Компактные проводные наушники от известного производителя. На распаковке наушники JBL Tune 500. Они поставляются в фирменной картонной коробке в комплекте с документацией. Это небольшие проводные наушники накладного формата. Корпус выполнен из матового пластика глубокого синего цвета. Диаметр чашек по 6,5 см. Мягкие амбушюры покрыты кожзамом. Акустическая система представлена двумя 32-мм динамиками. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 22 000 Гц. Также наушники поддерживают фирменную технологию JBL Pure Bass. Подключение гарнитуры к устройству осуществляется через порт 3,5 мм джек. Провод тонкий и плоский, что защищает его от спутывания, но может неблагоприятно отразиться на его долговечности. Длина кабеля 1,2 метра. Штекер позолоченный, в форме буквы «Г». Прямо на проводе расположена белая пластиковая вставка с микрофоном и кнопкой управления. С ее помощью можно принять вызов, поставить музыку на паузу или переключить композицию. Что в итоге? Это компактные проводные наушники, которые удобно брать с собой благодаря компактным размерам складной конструкции. Они стильно выглядят и обеспечивают неплохой звук. Из минусов отметим не самый надежный провод.